Одесский облсовет внес изменения в бюджет на текущий год. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии. По сути, депутаты приняли так называемый бюджет развития, средства, которые пойдут на развитие областной инфраструктуры в разных районах. Его объем составил 538 миллионов гривен. Сами депутаты заявили, что на такой крупный регион этого очень мало, но приходится исходить из действующих реалий. Це не той, звичайно, бюджет розвитку, який би хотілося мати на території нашої великої області і достатньо багатої області. Але це навіть не бюджет розвитку, це бюджет виживання, і ми це добре розуміємо. Але разом з тим, це хоч якась крапля, яка буде йти в села, в громади, в райони, для того, щоб можна було якось виживати. Среди других решений следует отметить ликвидацию коммунального учреждения региональная служба охраны, аналога муниципальной охраны в городе Одессе. В 2020 году эта структура была профинансирована на 5 миллионов 700 тысяч гривен, а в этом депутаты решили, что для охраны объектов областного подчинения и чиновников дешевле будет привлекать полицию охраны и Нацгвардию.